Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Наконец-то свершилось, у меня появилась возможность отреагировать на релиз Кан Даниэля. На весах были еще Кибом и Пион Хармони, что на первого, что на вторых реагировала я не единожды. И раз судьба благоволит, и теперь есть возможность выкладывать реакции на Кан Даниэля на территории Российской Федерации, делаем. Краткая информация по артисту. В 2017 году у нас на радарах появился, потому что пришел на шоу на выживание Produce 101, представлял он там агентство MMO Entertainment, занял по результатам этого шоу первое место, да, чем самым вошел в состав группы 101, сформированный в результате этого шоу, был там центром, естественно. Вот, с 2017 по 2019 продвигался, собственно, в этой группе. Когда группа была расформирована, решил он отправиться в сольное плавание, естественно, перешел из MMO Entertainment в LM Entertainment. Но потом такой решил, нет, пожалуй, я свою сольную карьеру буду делать под своим собственным лейблом. И, собственно, в этом же 2019 году он открывает собственное агентство, которое называлось Connect Entertainment. Вот, собственно, по 2024 год он там себе вполне нормально продвигался. Продвигался не только он. Кстати, там еще Сиэль продвигалась, да, на территории Кореи. Он, получается, отвечал за ее продвижение. Вот, но в 2014 году он подал иск на одного из своих акционеров, уголовный причем иск, потому что там что-то фальсификация, растрата денег, подделка документов, короче, всякое-всякое-всякое. Вроде он, кстати, этот суд выиграл или не выиграл, или еще нет этой информации, я уже, если честно, забыла. Что ж, собственно, он вышел из этого агентства, ушел с поста гендира, собственно, потом это агентство, естественно, закрылось, вот, и сейчас он продвигается в агентстве ARA, или как хочется назвать, ARA Entertainment, которая была открыта, агентство это было открыто бывшим руководителем Connect Entertainment, у которого был опыт работы помимо в Connect Entertainment, еще и в YG, и в Big Hit Entertainment. Короче, знает дядька, как дела делаются. Вот, собственно, Кан Даниэль у них в этом агентстве первый артист. Вот, поэтому будем посмотреть, что они там настряпали в этом новом агентстве вместе с Кан Даниэлем. Вот, что уже меня, по крайней мере, радует, это то, что на территории Российской Федерации на их контент можно реагировать без проблем, ничего не блочится, как это было в Connect Entertainment. Вот, там, конечно, они жадничали своим контентом. Вот, что ж, давайте приступать. Не приступаем пока. Вышел у него пятый мини-альбом, который называется Act. Вот, и сейчас мы будем с вами смотреть клип на заглавный трек Electric Shock. Вот, что-то уже какая-то тут марионетка сходу появилась. Вот, что ж, давайте приступать к просмотру. Хана! Фульсет. Едем. Electric shock, straight to my heart. Ой-ой, что там происходит? Мне нравятся гармонии вокальные. Ой-ой. Слушайте, ну... Музыка очень в стиле Даньки. Мне нравится хореография. Какая связь между этим неудачником и очень удачником? Не могу понять пока. Ой-ой-ой.
Мне нравятся еще вот такие духовые, мощняцкие. Ну, косяк я, ну и ладно. Ой, мне нравится, как на фоне тянулись нотки. О. Я ничего не понял. Возможно, я пойму что-нибудь в лирике, но я что-то сейчас не хочу погружаться в лирику. Вот, возможно, там какое-то объяснение и будет, почему их было. Почему он играл и того персонажа. Вот. И в чем там смысл? Ну! Если мы опустим то, что я ни хрена не поняла из сюжета, ну, в принципе, не новость в Капопе, да? Прикольно, мне понравилась песня. Она, я не скажу, что в какой-то разряд моих прям топ-3 войдет, кстати. Ну вот, топ-2, допустим. Раз уж к слову пришлось, потом забуду по-любому. Она в стиле Даньки, она вот в стиле, да. Есть вот и в вокальной мелодии ходы ему присущие, и в инструментале ходы ему присущие. Да, и динамика трека в стиле его ему присущая, поэтому тут никаких таких особо открытий не случилось. Ну и, как бы сказать, марку держит, так сказать. Вот как много так сказать, так сказать. Вот, что ж. Мне не терпится пойти на Бусти, чтобы послушать это все дело, что у него там еще в альбоме имеется. Вот, потому что видела я там фиток с Чинхой у него есть. А мы это дело любим, а мы это дело послушаем обязательно. Вот, поэтому, собственно, ссылка в описании. Топаем слушать бисайды из этого альбома и пишем там потом свои мнения по поводу бисайдов. Вот, я уже все записала, вы уже можете заходить и смотреть, и слушать, и комментировать. Вот. Что ж. Ну, в смысле, это для вас я уже записала, а я прям вот сейчас, пока записываю это все дело, еще завтра не наступило, поэтому еще не наступил тот момент, когда я послушала бисайды, поэтому я очень с нетерпением хочу с вами распрощаться, чтобы побежать и слушать, чего у него там в альбоме вкусненького имеется. Вот, потому что Данькино творчество мне нравится давненько. Вот, поэтому спешу. Что ж, добавить мне больше ничего. Вот. В конце, естественно, благодарю моих дорогих авокадовых спонсоров. Да, саранхулечки ловим. Вот. А на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Пишите в комментариях все там, как обычно. И пока-пока.